Знаете ли вы лучших игроков мира по футболу? На 26-м месте Уго Санчес. Его полное имя Уго Санчес Мартес. Прозвище Пента Пичичи. Родился 11 июля 1958 года в Мексике. Пик карьеры Санчеса пришелся на период 1986-1990 годов, когда он на протяжении 4 сезонов забивал за Реал Мадрид не менее 35 мячей за сезон. В сезоне 1989-1990 повторил рекорд знаменитого форварда Атлетика из Бильбао Тельмо Сары, установленный в 1951 году. Причем все 38 мячей Санчес добил ударом в одно касание. Санчес в том сезоне забил в одиночку больше, чем футболисты 9 из 20 команд испанской премьеры. Уго Санчес, воспитанник футбольной команды школы клуба Унам Пумас, взрослую футбольную карьеру он начал в 1976 году в основной составе Унам, в которой провел 5 сезонов, приняв участие в 181 матче чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе Пумаса, Санчес был игроком основного состава команды. В составе Пумаса он же был одним из самых главных бомбардиров, имея среднюю результативность на уровне 0,53 гола за игру первой. В течение 1979-1980 годов Уго защищал цвета команды клуба Сан-Диего Сокер. Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Атлетико Мадрид», к которому присоединился в 1981 году. Сыграл за мадридский клуб следующие 4 сезона своей игровой карьеры. Играя в составе «Атлетико», также в основном выходил на поле в основном составе команды. В новом клубе среди лучших голеадоров, отличаясь забитым голом в среднем в каждой третьей игре чемпионата. В 1985 году Санчес заключил контракт с клубом Реал Мадрид, в составе которого провел следующие 7 лет своей карьеры. Тренерским штабом нового клуба также рассматривался как игрок основы. В этой команде продолжал регулярно забивать в среднем 0,72 раза за каждый матч чемпионата. За это время завоевал титул обладателя Кубка Испании. Становился чемпионом Испании 5 раз, обладателем Кубка УЕФА. Впоследствии 1992 по 1996 год играл в составе команд клубов Америка, Райо Вальекано, Атланти, Линз и Даллас Бек. Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе Атлетико Селая, запас команду которого выступал с 1996 по 1998 год. Достижение. Обладатель золотой бутсы совместно с Христо Стоичковым, 1990. Лучший бомбардир чемпионата Испании, 1985-1986-1988-1990. Лучший бомбардир чемпионата Мексики, 1978. Лучший легионер чемпионата Испании, 1987-1990. Лучший спортсмен Мексики 20 века, лучший футболист Мексики 20 века, лучший футболист Конкакаф 20 века по версии ИФФХС. Включен в список пивостов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока.